бегать и веселиться! А в нашей игротеке появилась новинка! Наша новая игра называется «Кот и воробьи». Для игры на асфальте нужен мел, чтобы очертить круг. А на траве это можно сделать веревкой, скакалкой или лентой. Из игроков выбирается кот. Это буду я! Все остальные воробьи! У кота есть крошки. Это могут быть фишки или карточки. Кот находится в центре круга. Воробьи за чертой. Кот разбрасывает приманку для воробьев. Воробьи должны собрать крошки. Если кот дотронулся до воробья, тот возвращает в центр фишки и продолжает игру. Игра идет до последней крошки. Кот не мог выходить из круга, а воробьи могут заходить в круг. Кто собрал карточек больше всего, тот победитель.